Колонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Только такая реакция у меня могла быть, когда я увидел лицо нового Человека-паука. Господи, что это такое? Почему это Том Холланд на максималках? Ему даже 20 нет, ну что за дичь? Почему Майлз Моралес выглядит старше, чем даже Питер Паркер? Я не знаю, ему что там, просроченный борщ какой-то дали или чё? Почему это так ужасно? Чем вам не угодил старый Питер Паркер? Что за фигня? Что вы делаете, Insomniac Games? А я вам, ребята, скажу, что они делают. Они делают нового Питер Паркера в игре Человек-паук про Майлза Моралеса. Именно так он будет выглядеть и будут даже его переделывать для PS4 версии и для PS5, где был Питер Паркер. Но я про Человека-паука 2018. Я до сих пор не понимаю, что не так с Питером Паркером, который с 2018-го. Он как раз подходит под свой возраст и... Ну блин, ну что это такое? Вот если они обновлят мне Человека-паука на PS4 с этим лицом, я обещаю, я продам игру. Ну конечно, после таких слов они не остановятся, но все равно мне обидно. Если будет петиция о том, чтобы оставили старого Питера Паркера, я с удовольствием, без всяких раздумий, возьму и напишу, что да, я хочу оставить старого Питера Паркера. Но есть очень большой плюс, который меня очень обрадовал. Это костюмы из нового Человека-паука, где был, конечно же, Эндрю Гарфилд. А теперь, фанаты, кто рад? Я больше всего рад, потому что я больше всего ждал эти костюмы. Посмотрите, насколько он детализирован. Блин, мне кажется, что я сейчас сказал как Логвину. Раз уж так, то 12 тысяч! Ну ладно, если серьезно, то мне это очень сильно нравится. Сказали Insomniac Games, что будет 3 костюма. Это значит из первого нового Человека-паука, из второго нового Человека-паука, а третий костюм откуда? Я так и не понял. Или третий костюм это будет просто поврежденный первый костюм? Ну, скорее всего, это вероятно. Я очень сильно рад, что они именно добавят эти костюмы, но лицу я не рад. Да, оно выглядит красиво, все классно, но это не тот Питер Паркер, который был в 2018 году. Видно же, что ему точно не 20 лет. Ему максимум 17-18, где-то так. Я просто прошу вас, разрабы, не делайте этого. Оставьте прежнего Питера Паркера. Да, я знаю, вы уже нарисовали нового, но пожалуйста, старый подходит намного лучше. Второго вы можете просто взять и вткнуть просто в другого Питера Паркера с другой вселенной. И все, и никаких проблем вообще нет. И все будут намного довольны, чем вот просто увидеть это новое лицо. А также пишите комментарии, что вы думаете насчет этого нового лица Человека-паука. А также вы ждете эти новые костюмы Человека-паука или нет. Ну а на этом все. С вами был Gold Thunder. Будем на связи. Всем удачи и всем пока.